Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Алекс, и сегодня мы будем играть в Untuned. Играть я буду на синглплеере, так как у меня, чтобы играть на мультиплеере, нету стима, поэтому давайте лучше уж на синглплеере. Так, я тут немного подлутался, вот, и давайте, пожалуй, пойдем в этот вот, так, я забыл как бегать, вот, в этот городок. Как мы видим, там нас уже поджидают зомби, да? И давайте же их замочим, да, замочим именно. Давай, опа! С одного раза, потому что я супер удар использовал. Ну, это не скилл, это просто посильнее удар, чем обычный. Получи! Ух ты ж! Получай, все, еще один морячок. Да. Так, давайте подлутаем вот эту вот военную базу. Так, патроны от натовского оружия нам не нужны, потому что, ну, вряд ли мы найдем натовское оружие, потому что оно очень редкое. А вот это мы в самый раз. Да, от Кольта. Swift Magazine. Блин, да господи. Так, я тут просто позабыл немного управления. Так, еще один нас заметил. Так, сзади никого нету. Сейчас вот это вот бьем. И получай в голову. Хедшот. Хедшот. Ну, все. Давай, еще один. Давай. Опа, еще один. Все, отлично. Ну, мы прям как профи играем, серьезно. Так, что в этом доме? А в этом доме у нас... Это что за... Что это такое? Я так понимаю, это еда. Так, я вижу, тут у нас все переполнено. Ну, давайте вот этот вот магазин выкинем, потому что у нас так еще живем. Поэтому... у нас еще. Ну давайте, короче, это съедим, чтобы это место осталось. Да, я так и знал, это у нас жратва. Я думал, это питье так-то сначала, но потом подумал, что это, скорее всего, жратва, да. Скорее всего, может быть, это чипсы. Да. Нет, я дома строить не буду, потому что я так себе архитектор. Да я даже в Майнкрафте коробочки такие делаю. Так. Может быть, я даже и... Ну, кстати, хорошая идея. Может быть, я даже и в Майнкрафте. То есть, Майнкрафт буду снимать. Так. Блин, я же забыл катану достать. Блин, блин. Бежим, 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 бежим. Так. Он за нами бежит. Не догонишь, не догонишь. Так, я думаю, мне нужно... Мне вот время нужно, чтобы достать катану. Ладно. Все, давай быстрее, быстрее, быстрее. Доставай, доставай, доставай. Вот, все, успел. И... Все. На. Все, я успел его замочить. Ой, а как ты меня-то не заметил? И как я тебя не заметил? Ладно, получай. Так, так, так. Бежим, бежим. Мы бежим, бежим. 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 Машинка. Да? Так. У меня нет энергии. Ну, я понял. Я же устал бегать. Бедный игрок. Так. Так, тут у нас листочки какие-то. Это... Газетка нам не нужна. Блин, вот у меня сейчас самая главная проблема, это проблема в питье. В питье, то есть, чтобы утолить жажду. А, еще один дебил. Получаем. Так, жажда. Молди кадейч. Молди, это значит отравленный, то есть... То есть я могу отравиться. О, наконец-то кола какая-то. Хоть какая-то кола. Так. Блин, утолим голос с помощью вот это вот. Вот это вот жертвы, чтобы место осталось. Надо бы мне приобрести чемоданчик. О, наконец-то. Утолим хотя бы жажду. Вообще это нелогично, то что кола утоляет жажду, потому что по научному факту кола как бы считается это как еда. Самое чистое питье это вода и все. А все остальные там напитки, соки, там, смузи, кола, это вот все, это как относится к еде жидкой. Чтобы она лучше проходила через горло. Как бы альтернатива слюны. Получай, падла. Так. Угу. Угу. Ага, все, понял. Это от винтовки Мосина. Но, опять же, она редкая. Да. Как же я хочу найти рюкзак, потому что
Рюкзак это, по-моему, самая важная вещь. Опять кола. Опять нам пригодится она. Давайте, опять же, выпьем. Давайте бухнем. Все, отлично. Комментатор от бога просто. Да, молди потато, отравленный. А, потато, блин, томато. Вот, это же не картошка, это помидор, да. И, возможно, я еще буду играть с вебкой. Да, с веб-камерой. Но это возможно. То есть, не точно как бы. Ага. Так. О, еще патроны для дробовика. Они нам пригодятся. Да, обязательно, обязательно. Вот эти вот гильзы. И еще. Точно. Так, кто это? Ты кто? Я там... А, ты, блин, иди отсюда, я сказал. Блин, напугал меня. Гуманоид. Зомбарь, блин. Я чуть не сматерился, блин. Ну, да, кстати, на моем канале материться мне как бы нельзя. Да. Так, на этом этаже что у нас? Кен, кружка. Вот когда я вот услышал это рычание зомби, я подумал, я вот еще больше обосрался, потому что я подумал, что он в доме, и он сейчас как бы со спины меня грохнет. Но нет, я когда понял, что он там, я обосрался из-за того, что не подготовился. И как бы мне удача в мою сторону пошла. Вот как-то так. Да. Так. Carrot. Молди carrot. Это чё? Я не могу это перевести, это то ли... Я не могу это слово перевести, но по форме это напоминает морковку, но мне кажется, что это шаурма. Да. Почему в комп нельзя поиграть-то, а? Ага, ну хотя все правильно, зомби-апокалипсис. Опа, опа, как раз наряд морячка. Вот. Fate Gauss, Sal. А, вот, Sal. Да тут одинаковое название, в смысле. Ладно. Давайте, короче. Блин. Давайте, короче, снимем всю эту нашу одежду. Блин, я голый, господи. Так. Блин, как тебя выкинуть-то? Вот, дроп. И одеваем это все. О, господи, разработчики, ну нафига вы персонажа-то голым-то сделали? Что за фигня? Слава богу, еще там... Ладно, вы поняли меня, короче. Все. Я оделся, как морячок. И погнали. Так. Нам не нужна повязка. О, утро наступает, круто. А то всегда, когда я играю, всегда получается, что ночь. Да. Так, этот район мы обследовали. Теперь как дальше, куда мы идем? А дальше мы еще куда-нибудь пойдем, я не знаю, куда. Я не знаю, куда. О, так. Не, короче, давайте на машинке поедем. Вот, на этой. Это там хотя бы. Ну, это хотя бы она. Так. Разворачиваемся. Блин, я водитель от бога просто. Так, разворачиваемся. Вообще хорошо, что они сделали вид от первого лица. Так. А теперь погнали! Погнали, погнали, погнали! Уи! Уи! Ща будем давить, давай. Ой, фигня, съемись, давай еще этого. Все, ща мы будем мочить кота. Блин, вы почему кота на мне не добавили, блин? А, бежим, 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 бежим. Так, все, быстрее. Опа, отлично. Получай. И ты получай. И ты напоследок. Ты что? А, да, он же в каске, я его в голову ударил, он в каске. Так. Вот, сейчас проверим. Так, это чё? Так, у меня какой рюкзак? Где? Блин. Стоп, у меня какой рюкзак? А, так у меня такой же рюкзак, вы чё? Ладно, пофигу. Я уже забыл, как у меня рюкзак выглядит. Так, это у нас соборчик. О, детский замок, как мило.
Так, на него нельзя встать. Так. Угу. Ой. О, а да ты грустный, давай я тебе помогу. О, а знаете, а давайте его с кулаком замочим. Получай. Ох, блин, плохая идея была. Бежим, плохая идея. Господи, да это... А, это же самый быстрый зомби в этой игре, господи. Господи, чем я думал? Блин. Давай. Получай. Ой, блин. Вот я добил, блин. А. Нафига я пошел на него с кулаками? А, ну нафига. Так, перевязываем себя, короче. Вот нафига. Вот я добил, блин. А. Так, короче, надо экономить здоровье, в общем. В общем, все, едем дальше. Ох, блин, ой, блин, зачем я сюда пошел, в эту горную местность? Блин! Какой же я дебил, блин, а. Да. У меня закончился бензин. Да. Вот фейл, да. В общем, давайте на этом наш летсплей закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был, как всегда, The Alex. Всем удачи и всем пока.